Быстрота, выносливость, реакция, умение работать в команде и дисциплина. Эти и многие другие качества, которые, несомненно, пригодятся ребенку в жизни, отлично развивает игра в хоккей. Спортивная школа «Саров» объявила набор на обучение. В этом году в секцию хоккея с шайбой принимают деток с 4 лет. Когда ребята приходят, кататься они еще в основном не могут, поэтому в самом начале мы делаем упор на катание. Конечно, ребята учатся кататься, катаются с воротиками под присмотром тренера. И в самом начале из экипировки нужен только шлем на голову и коньки. Еще приветствуются роликовая защита, налокотники, наколенники, ну и на руки перчатки-варежки. Также дети 2016, 17 и 18 годов рождения могут пополнить действующие команды. Преподавателями будут Дмитрий Васильевич Быстров и Василий Михайлович Смирнов. Все занятия будут проходить бесплатно на базе Ледового дворца. Спортивная школа готова принять всех желающих. Главное требование к ребятам, которых мы набираем, это справка от педиатра. У них не должно быть противопоказаний для того, чтобы они могли заниматься в спортивной секции. В целом мы приглашаем всех, умеет ребенок кататься, не умеет кататься. Здесь мы всему научим. Документы уже можно приносить методисту Ледового дворца. Совсем скоро откроется набор через госуслуги. Справки по телефону 6-26-22. Дарья Кознер, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич. Служба новостей «Саров-24».